Привет! Это игра под названием Контроль, и мы продолжаем. Сейчас нам нужно подойти к этой женщине и поговорить с ней. Я не могу очистить их. Я видела. Стоило попытаться. Спасибо, директор Джесси. Расскажу ей, почему я здесь. Рискну. 17 лет назад в моем родном городе случилось происшествие, и бюро было там. Агенты бюро пришли и поместили все под купол. С тех пор я ищу это место. Пока хватит. Наверное, я и так слишком много сказала. Я не могу пока рассказать ей о Дилане и всем остальном. Да, я видел упоминание об альтернативном мировом событии, имевшем место в твоем городе. Вы были в эпицентре в детстве? Это было крупнейшее событие. Меня еще здесь не было. Оно сильно засекречено. Я могу порыться в старых файлах. Мой шеф, Каспер, знает больше, но он пропал. Думаю, он знал о том, что что-то произойдет. Это он придумал РУК, резонансные усилители Гидрона, благодаря которым мы все еще живы. И директор Тренч, он тоже мог что-то знать. Тренч, призрак или что-то еще. Он упоминал нечто вроде телефона прямой связи и сказал, что я должна найти его. Это предмет силы наподобие вашего пистолета, с виду это старый... Боже, это прямая связь директора с советом. Возможно, с его помощью он сможет говорить с вами более отчетливо. У Тренча огромный опыт. Он может знать, как уничтожить ИИСов. И где же искать телефон? Он находится в отделе связи сразу за залом обработки почты. Это в нашем секторе, так что мы сможем попасть туда. Мы откроем вам дверь. Ладно. Значит, направляюсь туда. Это отдел Томаси. Он заведует связью. Не думаю, что у него был рук. До того, как все произошло, он выступал против ношения рук. Будьте осторожны. Они зовут меня директором. Но я не он. Я не директор, не лидер. Зачем я здесь? Думаю, ты уже знаешь. Да, я пришла за братом. Но есть и другие причины. Я сказала, что ищу ответы, но, может, я никогда не пойму их. Я не ищу доказательств. Их и так предостаточно. Неважно, что мне говорили все эти годы, теперь я знаю правду. Я ничего не выдумала. И я хочу быть частью этого мира. Меня пугает до чертиков, что все-таки... Я нашла это место, лишь чтобы увидеть, как все рушится. Это тот самый телефон? Тогда бежим к нему. Для вас это ново, поэтому не стесняйтесь спрашивать меня обо всем, что хотите узнать. Глупых вопросов не бывает. Дверь в отдел связи находится в вестибюле рядом с конференц-залом. Ее уже должны были открыть. Идите по знакам к залу, оттуда вы попадете в камеру хранения телефонов. Удачи вам, Джесси. Увидимся на этом месте. Да боже, задолбало болтать. Дальше, неизвестный абонент. Эмили дает Джесси указание найти телефон прямой связи, предмет силы в виде старого телефона, чтобы понять сообщение от мертвого директора, пытающегося с ней связаться. Они надеются, что с помощью него им удастся разобраться, как вторглись ИИСы. Дальше. Портрет директора. У меня же уже был его портрет. Они не узнают, какую жертву нам потребовалось принести, да им и не нужно. Ты сказала на вопросы, ответишь. Какие вопросы?
Ох, как много вопросов. Давай происхождение узнаем. Откуда появились Иисы? Я не уверена. Вы сказали, что Иисы были здесь, когда вы вошли. Видели ли вы что-нибудь подобное снаружи? Нет, лишь внутри. Значит, источник является внутренним. Старейший дом представляет собой массивный комплекс с проходами в другие места. Даже не знаю, откуда начинать поиски. Но это хорошая новость в контексте всего происходящего. Изоляция работает. Побег Иисов из здания станет концом. Как по мне, так мир снаружи довольно-таки хреновенький, но мне не хотелось бы, чтобы Иисы уничтожили его. Поэтому я с вами за, Эмили. Старейший дом. Вы упомянули старейший дом. Что это? Это здание штаб-квартиры бюро. Старейший дом постоянно меняется. Вы сами видели. Оно выходит за привычные физические ограничения. Я была в Нью-Йорке несколько раз. Как я могла пропустить это место? Таково свойство этого здания. Это место силы. Старейший дом не любит внимания. Если вы не знаете, где и что искать, вы не найдете его. Это очень удобно для нашей работы. То, чем мы тут занимаемся, крайне важно, но нестабильно. Бюро предпочитает оставаться в тени, а еще нам нужны крепкие стены, чтобы ничего не выбралось наружу. Значит, без тебя я бы никогда не нашла это место. Ясно. Про директора что расскажешь? Я продолжаю слышать у себя в голове его голос. Он что, призрак? Он преследует меня? Сомневаюсь, что речь о классическом призраке. Правильнее сказать, эхо. Если он был убит из табельного оружия, есть вероятность, что пуля записала последние мысли Тренча, и теперь он посылает те сообщения, словно зонд. Это всего лишь моя гипотеза. Мне нужен пистолет, чтобы подтвердить ее. Но лучше попридержи его, учитывая обстоятельства. Хорошо. А можно мне автомат дать? Предмет силы. Можете объяснить, что такое предмет силы? Это все? Ну, для меня новое. Не волнуйтесь, я люблю разбираться с основами. Предмет силы — это обычный предмет, содержащий проестественные энергии, развивающие связь с астральным измерением, которое позволяет им контролировать, и в то же время из-за которой они отличаются от измененных предметов, по-прежнему вмещающих в себя проестественные силы, но более изменчивые. Боже, ясно? Она это наизусть запомнила? Ясно. Спасибо. Так значит, эти устройства в рук не дают вам превратиться в Иисов? Похоже, что так. Первый раз я услышала рук пару недель назад, когда доктор Дарлинг начал раздавать их. Я стала анализировать сразу же. Похоже, каждый из них издает сигнал в кратковолновом диапазоне, мощность которого превышает все виденное мной прежде. Выбор момента не кажется подозрительным? Я тоже так думала. Доктор Дарлинг обычно любит публиковать свои последние разработки в виде больших презентаций. Эти он тоже просто раздал. Его поведение заставляет меня задуматься о том, что именно он знал. Все, мы можем идти. Спасибо, Эмили. Уверена, что вскоре у меня появятся новые вопросы. Задавайте. Вот здесь у нас что? Материал. Пока не понятно, для чего мне эти материалы нужны. Они здесь будут тусоваться, значит, а я бегай, да? Совсем обалдели. Ну вот опять. Приветственное сообщение. Мод оружия. Осколочное усиление. Стоп. Моды оружия. Скорость перезарядки плюс 11%. Это круто. Ладно, идем. Может, я потом этих чуваков смогу очищать и зарабатывать за это очки какие-нибудь? Стоп, давай посмотрим, куда идти. Явно не сюда, да? Или сюда? Там открыт, поэтому, скорее всего, сюда, ладно. Давай осмотримся до конца здесь. А, ясно.
Тут опять эта дверь, которую я пока что открыть не могу. Еще мод. Корреспонденция. Транспортные расходы. Идем воевать. Все, минус два болвана. А еще здесь есть, нет? Повышение здоровья мод есть, стоп. А мне обязательно в пушку вставлять эти моды? А, вот персональные. Восстановление здоровья. 20% при подборе элемента. Энергия плюс 5, урон при падении плюс 16. Урон врагам, наверное. Я возьму здоровье. Бежим, это здоровье мне не нужно. Ой, сюда я не могу зайти. Иса, здесь их сила. Ты не хочешь, чтобы я находилась здесь? Я согласна. Сдохни, сдохни. Всех перебью. А ну, барьер Иисов, что это? Поле резонанса Иисов является физическим препятствием, которое трудно определить. Барьеры Иисов являются способом препятствовать побегу или доступу персонала бюро. Было обнаружено два способа опустить их, уничтожить несколько источников сконцентрированного резонанса, найденных в непосредственной близости, и уничтожить Иисов в этом районе. Кажется, что резонансные поля требуют поддержки своего размера и плотности от других несвязанных источников резонанса Иисов. Не имея возможности подпитываться из этих источников, барьер упадет. Может ли неактивная структура, созданная из резонанса Иисов, считаться сознательным существом? Различие имеет какое-либо значение в отношении Иисов? Что нам говорит об Иисах сам факт строительства стен для предотвращения нашего передвижения? До какой степени они наблюдают и планируют? Тут куча здоровья лежит. Но мне оно не нужно. Я хожу и ищу какие-нибудь ништяки. Так, стой, карту открой. То есть мне нужно направляться туда. У меня уже на этом этаже практически все точки открыты. Давай посмотрим, что у нас здесь. Ничего интересного. Стоп, а вот здесь? Опять какой-то дневник. Из-за недавних колебаний в ближайшей точке контроля уровень стабильности этой зоны был понижен до желтого. Справочная таблица. Зеленый стабильная, желтый малая вероятность неожиданных перемещений зданий, оранжевый высокая вероятность неожиданных перемещений зданий, красный частые неожиданные перемещения зданий. Чудесно. Здесь у нас что? Дела. Сводка событий. Опять все перечеркнуто, три слова, ладно. Звукофизическое событие произошло в посольстве США в Гаване и привело к травмированию большей части дипломатических сотрудников, а также смертельным исходам, после чего информация была обработана бюро. Агенты бюро прибыли в посольство в день получения информации по федеральным каналам, но слишком поздно для того, чтобы подтвердить АМС, которая, как сообщается, являлась. Сотрудники почувствовали внезапную интенсивную вибрацию и шум, сопровождающийся сильным давлением в ушах. Явление длилось сколько-то минут, никаких визуальных проявлений свидетели не заметили. Место происшествия было оцеплено, а сотрудники посольства доставлены на континент. После того, как вблизи эпицентра была зачитана формула, один из ковбойских сапог начал вибрировать, выдавая измененный предмет. Предмет был изолирован и доставлен в бюро для дальнейшего изучения. Стоп. А чего закрываешься-то?
Ой, сдохла. То есть я сюда пока ходить не могу. Я просто хотел проверить. О, нет, я появился здесь. Это же не значит, что все скинулось. Я вот сюда вроде бегал, да? Они мертвы. Я правильно понимаю? Просто если заново их убивать, это жестко. Следовательно, я пока в ту точку отправиться не могу, да? Все. Недошедшие письма. Корреспонденция. Я видел сон и создал машину из своего сна. Машину, которая будет вмещать Бога, но не такого, которого знаете вы или кто-то еще. Нового Бога. Эта машина будет его телом, его сердцем, его разумом. Я построил ее именно так, как увидел во сне. Я использовал мотор от холодильника, катушки от тостера, вентиляторы и ремень ГРМ от своей машины и колеса от скейтборда сына. Бог пока еще не может двигаться, но мне было видение, что когда придет время, он сам этому научится. Это лишь начальная его оболочка. Как ребенок, только механический. Все, что Богу нужно, это отправная точка. Если хотите побеседовать со мной, свяжитесь по адресу, указанному на конверте. Мой телефон больше не работает. Мне пришлось использовать панель набора номера для создания Бога. Стоп, а у меня какая-то новая миссия, что ли? Да блин, открой эту фигню. Неизвестный абонент. Эмили дает Джесси указание найти телефон прямой связи, предмет силы в виде старого телефона. Чтобы понять сообщение от мертвого директора, пытающегося с ней связаться, они надеются, что с помощью него им удастся разобраться, как вторглись ИИСы. Это я вроде читал. Так, почему здесь так темно? Вот здесь у нас что? Какая-то фигня. Очень темно, я вообще нифига не вижу. Уважаемый и самый главный, я звонил полицейским, но они так и не приехали ко мне. Это большая проблема, и тебе надо послать ребят ее решить. Тут у меня на стенах поет рыба, и жена подтвердит, но она не настоящая, а поет, если нажать кнопку. А там внутри дьявола, я точно говорю. Она летает ночью и поет песни дьявола, и много ругается. Дьявол залез в мой дом за рыбой, и тебе надо срочно сюда приехать и мне помочь. Жена очень волнуется, ты приедешь. С уважением, Дуэйн Бар. Здесь у нас что? Материалы опять. А, нет, это мод. А вот говнюк со щитом. Минус. Блин, перезарядка еще такая долгая. Сдохни. Совсем, что ли, обнаглел? Гасит меня тут по полной программе. Здесь у нас что? Что-нибудь долежит, да? Сколько же здесь этих бумажек? Это жесть какая-то. Приветствую, директор Тренч. Спасибо, что подтвердили мой запрос об архиве недошедших писем. Каталогизация коллекции невостребованной почты позволит создать чрезвычайно удобную базу данных, которую исследовательские группы могут использовать для поиска среди писем любых связей или связанных тем. Кроме более функциональных целей, архив также позволит нам сохранить эти истории человеческих встреч с миром проестественного. Письма попали к нам из различных мест и времен, все помоченные почтовой службой, как такие, которые невозможно доставить. Бюро послужит для них идеальной конечной остановкой. Я даю себе отчет, что не все письма содержат упоминания о настоящих проестественных событиях, но даже такие письма полезны. Ведь они позволят пролить свет на то, как простые люди воспринимают неизвестное. Конечно, я сначала создам систему, которая позволит нам анализировать письма на наличие любой информации или предполагаемых связей с МС и измененными материалами. Итак, в очередной раз спасибо. С нетерпением жду возможности заняться недошедшими письмами. Бартвилл.
очень много этих записок, и вроде как хочется все прочитать, чтобы лучше вникнуться в сюжет. Но их тут нескончаемое количество. А я тут могу спокойно проходить, тут же тоже красное свечение. Или тут все равно? Там что-то необычное выпало. А, можно эту зону очистить, да? Зачистить. Давай, делай свое дело. Тут стало светло. А мои люди сюда не придут? Блин, задолбали, где мне это найти? О, вот, быстрое перемещение теперь мне доступно. Это удобно. Удобно. Отдел связи. Мы на правильном пути. Тогда мы зайдем сначала вот сюда. Так, всего 20 сантиметров, а емкость целых 80 килобайт. Украдены нашими друзьями из ЦРУ. На ней хранились коды запуска советских ракет. Конечно, это не совсем дискета, но на вид не отличить. Идеальное слияние концепций коллективного бессознательного времен Холодной войны. И хранилище. Это сосуд для опасных энергий, которые нужно обуздать. И им это удалось. Неизвестно как, но когда вокруг дискеты... И предмет силы или ПС. Пс. А еще она может метать предметы посредством... Почему так быстро эти реплики проходят? Как-то мы даже подняли чашку. Молодцы. Что я могу сказать еще? Здесь у нас что? Блин, тут очень много туалетов. А давайте сходим наверх. Что у нас наверху? Ага. Мог легко это пропустить. Материал. Убежали, погнали. Тут мы не пройдем. Тихо, тихо, тихо. Успокойтесь. Так, тут нет никакого заражения. Вторая страница из пяти. Литературный клуб «Заметки для Пенни» от Самсона. Вообще, я не читаю много фантастики, кроме разве что космических опер. Я так понимаю, что название «Кто, если не ты» перекликается с несколькими моментами в книге. Но я считаю, что оно какое-то неопределенное и глупое. То, как герои постоянно повторяют это словосочетание, словно коронную фразу, очень быстро начинает раздражать. Лучшее, что есть в книге, это описание космических сражений. Я, конечно, болел за фиксаторов, потому что у них самые крутые технологии, а их мотивы, мне кажутся, наиболее разумными. Честно говоря, если бы мне пришлось выбирать между космическими хиппи, носящимися со своим миром, как списанной торбой и группой воинственных негодяев, которые разоряют планеты легким движением руки, я, не задумываясь, выбрал бы последних. Взять, скажем, сцену, когда они вторгаются на город-планету и обращают все население, используя мозговых червей. Или космический бой между двумя асами, пилотирующими звездолеты. Это же просто полный отпад. Но все впечатление было испорчено, когда мой любимый герой погибает практически в самом начале истории, когда его голову размозжило цилиндром батареи, запущенным гравитационной аномалией. Зачем автору надо было его убивать? Стой, не то. Дальше, стоп.
Скорость перезарядки у меня и так стоит, да? Исключительно для осколки. Что осколки-то? Модов у меня новых нет. А как открыть новые ячейки? Память дома. Надеюсь, я уже скоро смогу что-нибудь из этого делать. Различные штучки. А предмет силы? Похоже, ее коснулись зараженные что? Блин, она умеет приседать. А до этого она не приседала. Я нажимал на эту кнопку. Так, не обращай на меня внимания. Не надо в меня стрелять. Вот же читер, он же не умеет простреливать стены. Думаю, здесь стоит бежать, а не приседать. Оба-на, давай побежим туда. И вот уже отсюда мы побежим туда. Так. Карты у меня нет от того места. Но я могу забраться сюда. И перебежать на ту сторону. Здесь ничего нет. Ладно, бежим. А здесь? Также ничего. Да блин, забирай эту штуку. Дискету, ракету можно привязать. Обязана приобрести метание, телекинез, способность. Научите нас верить, директор. Когда я здесь, тебя слышно хуже. Как будто изменили канал. Здесь всем заправляет совет. Их пирамиды на логотипе бюро. Они и есть те, кто дергает тут за ниточки. Я не их директор. Я ничей не директор. У меня телекинез появился, это круто. Это очень классно. Ну-ка, кто на меня? Кто на меня? Получайте. Это никуда не надо, или это на случай, если я вдруг промажу? Блин, не падай, не падай, не падай. Сейчас мы это раскидаем все. Прикольно. Телекинез это вещь, а то пистолет меня задолбал. Давай забирайся. Они и дохнут так быстро. Надеюсь, в самой игре так же будет. А ты получай так. Ладно, я тебя добью так. Телекинезом. Теперь у нас совсем крутая женщина. А почему я их не могу схватить? А ты чего мажешь? И почему я в тебя не попал? Там что-то есть или что? Дискета привязана, доставлена. Иса, противник ищет наше астральное измерение. Ну, наконец-то. Ты пропадала куда-то. Убил кого-нибудь, нет? А это, кстати, нельзя взорвать? Блин, эти сразу не дохнут. Ну, это здорово. Для меня игра сразу намного интереснее стала.
Потому что так куда круче играть. У меня тут еще и энергия есть. О, почти сдох, неудачник. Нет, закрыто. Мне нужно идти в новый отдел какой-то, в котором я не был. Ну, бежим. Это что такое? Мод. Мод. Они даже нифига мне сделать не смогли. Потому что я теперь машина для убийств. Получай, джедай самый настоящий. Вот с пушкой у меня дела плохо идут. Эмили сказала, что до телефона может добраться через зал обработки почты. Мало ли что сказала это Эмили, блин. Ждать теперь еще. Что у нас здесь? Может, что-нибудь прикольненькое лежит? Ну, как минимум, сундук есть. А там у нас и материалы. Надеюсь, у меня в дальнейшем способностей только больше будет становиться. А я могу какой-нибудь усилитель поставить к способности? Или нет? Дискета! Следует хранить в камере, в которой нет других свободных материалов. Предмет представляет собой 8-дюймовую дискету, на которой хранятся коды запуска ядерных боеголовок советского периода. Когда предмет привязан, он позволяет проутилитам телекинетически поднимать материал и бросать его на небольшое расстояние. А на большое можно? Охранник Иисов, подрывник Иисов, рейнджер Иисов. Я не буду все это читать. Слишком много текста. Хотелось бы поменьше. Но там, как правило, ничего интересного. Просто всякие уточнения. А уж тем более читать про этих врагов. Я и так 50 записок уже прочитал. Сколько можно? Здесь у нас что? Тебя я не могу схватить. А сюда я не попаду, да? Попаду. Обратите внимание, Альберто, это последний раз, когда я объясняю это. Внутренняя изоляция — это инициируемые вручную события, которые блокируют один или все секторы, ограничивая использование лифта сектора. Эффективно изолируя персонал в своем секторе до тех пор, пока они разберутся с чрезвычайной ситуацией. Снять его можно, лишь воспользовавшись правом директора на ручное управление в секторе обслуживания. Как только директор убедится в том, что ситуация находится под контролем. Со внешней изоляцией все намного серьезнее. Ничто и никого не впускают и не выпускают из целого здания. Это вызвано лишь нарушением содержания с красным кодом, основанным на какой-то сложной системе, созданной службой безопасности и сектором исследований. Снять его можно лишь когда а. Угроза была нейтрализована, и б. Лицо с высоким уровнем доступа сообщает системе о том, что угроза миновала. Этот процесс не совпадает с правом директора на ручное управление, поэтому хватит упоминать об этом в документации. Я знаю, что все это чертовски запутано. Я множество раз говорил Дарлингу о необходимости в изменении, но он непреклонен в том, что все так и останется. Честно говоря, я не думаю, что они даже знают о том, как это в данный момент изменить. Необходимо лишь просто убедиться в том, что наши сотрудники понимают, как все это работает. Хорошо? Ладно. Ладно. А я здесь не смогу пройти, да? Тут что, Рамштайн играет? Блин, ты можешь зайти или нет, скажи? Нет, не может. Все, идем отсюда.
Сюда я, разумеется, потом возвращаться-то не буду. Зачем мне это? Где ты, лох? Нормально ему втащили. О, вот в этого надо что-нибудь бросить. Все, а то они совсем обалдели. Вот этот вот очень сильный. Сдох. В этой игре слишком много записок. Нереально много. И мне кажется, что лучше бы их было поменьше. Так, я сюда вот зашел. И здесь мы ничего не нашли, да? То есть немножечко повоевали. Взяли какую-то ерунду. Да. Значит, уходим. Идем вниз. Вниз или не вниз? Стой. Побежали сюда. Оба-на! Уровень доступа 1. Я теперь смогу эти долбанные двери открывать. Ура! Это что такое? Вы слушаете «Ночную Америку». Все, успокойся. Успокойся. Я бегу куда-то назад, да? Но здесь я не был. Блин, теперь все предметы подсвечиваются, это меня так сбивает. Бежим. Оба, она новая точечка. Супер. Так просто. А почему я здесь переодеться не могу? Тоже ключ-карта. У меня такая уже есть. Не должна открыть дверь. А, ну то есть по-любому здесь надо первую использовать. И теперь я такие двери могу открывать. Но это чудесно. На самом деле. Ладно, идем. Идем. Какой-то чудак лезет. Это босс. Почему я так и думал, что здесь будет босс? Он еще уворачивается, что ли? Подай что-нибудь. Заряжай. Он уворачивается. Блин, нормально он вмазал. Можно брать здоровье с его рабов вот этих мелких. Блин, здоровье нужно. Он жестко втащил мне. Прячемся. Что-нибудь хватаем. На. Круто, что здесь есть боссы. Мне это нравится. Блин, я сейчас отхвачу только. Блин, там лежало здоровье, но я хотел сначала убить их. Давай, я готов его мочить. Здесь у нас точка. У него будет полное здоровье. Не могу это пропустить. У него полное здоровье. Ой, больная. Давай, умри, наверное.
Стоит, наверное, умереть, я думаю. Но этот уворачивается, а я здоровье могу только из мелких выбить. Где они? Ладно, умри. Я вот что думаю, умри. Я думаю, что на этом можно закончить. Убивать мы будем его уже в следующий раз. Пока.